Израильский кабинет министров предложил правительству изменить свое решение и признать геноцидом массовые убийства армянских христиан атаманскими турками в 1915 году. В течение длительного времени Израиль избегал признания того, что произошедшее является геноцидом, чтобы не обострять напряженные отношения с Турцией, которая отозвала своего посла из еврейского государства после того, как в 2010 году израильским спецназом были убиты 9 турецких активистов. Во время Первой мировой войны были убиты более 1,5 миллиона армян. По мнению историков и парламентов многих государств мира, причина этих убийств – целенаправленная политика уничтожения, проводимая в те годы османским правительством. Официальная Анкара отрицает, что в стране происходили этнические чистки, подчеркивая, что тяжелые потери понесли все стороны конфликта. Депутат израильского Кнессета Гилад Эрдан, который является верным союзником премьер-министра Беньямина Нетаньяху, заявил, что, скорее всего, окончательным решением будет признание еврейским государством геноцида армян в Турции.